И началась игра. Первенство России по мини-футболу. Высшая лига. 18-й тур. На этот раз «Газпром Бурения» – щелковская команда играет против липецкого ЛКС. Настрой наших – победа в каждой схватке. Сегодня я сказал команде, что вот с сегодняшнего дня у нас началась победная, должна начаться победная серия, чтобы они поверили в себя. С самого начала хозяева площадки не упускали возможности создать опасный момент гостям из Липецка. Но и пробить оборону соперника было непросто. Казалось, первый тайм закончится нулевой ничьей, но не тут-то было. Щелковцы забили, болельщики ликуют. Немало среди пришедших поддержать щелковскую команду и юных ценителей футбола, для которых игроки «Газпром Бурения» – пример, как сами признаются ребята. Потому что они выступают в высшей лиге, очень хорошо играют. Они могут играть с любой абсолютно командой. И они должны выигрывать. Играют они очень хорошо. Да. Итак, буквально на последних секундах первого тайма «Газпром Бурения» отправил мяч в ворота соперника. Пока фортуна на стороне щелковской команды. Но о итогах игры узнаем совсем скоро. Удача не отвернулась от нашей команды. Во втором тайме «Газпром Бурения» удвоил свой результат, забив дважды. Итог игры 3-0. Безоговорочная победа Щелкова. Я считаю, что команда сегодня очень хорошо наша сыграла. Создали достаточное количество моментов. Уже и в первом тайме могли забивать больше. И второй тайм не стал исключением. Я думаю, что все по делу. И мне нравится, когда мы не пропускаем. То есть это очень важно для тренера, что команда хорошо отыграла в обороне. Я поздравляю свою команду и, в общем-то, и соперника с хорошей игрой. Уже совсем скоро в спорткомплексе Подмосковья «Газпром Бурения» встретится с командой, представляющей Московскую область, «Динамо». Матч запланирован на 15 февраля. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.